глянец сверху сделаем, не будет шелушения видно. Мама, надо мультики! Нет, Вань, не надо мультики. Спокойно. Ты танцовая. Ну тебе надо. Итак, мы должны вручить вот такой замечательный диплом вот всем. У нас и зрители здесь есть, и слушатели. Владимиру Преснякову, да, за песню «Все нормально». Так. Мне приятно. Вот. Я думаю, что здесь должны быть аплодисменты, во-первых. Ура, ура. Там все, кто сейчас за нами наблюдает, во-первых, букет, конечно. Господи, мы что-нибудь скажем, друзья. Спасибо, как что-нибудь. Теперь вам. А вот теперь вам. Мы до конца дней своих. Скажи мне, твое любимое блюдо на Новый год? Оливье. Оливье. Могу быть секретный ингредиент. Оливье я очень люблю. Оливье, чтобы было яблоко. Яблочко. Зачем? Мне нравится, мне вкусно. А еще там колбаса или там? Нет, курица. И поздравь зрителей пятницы с Новым годом. Дорогие зрители одного из моих любимых телеканалов «Пятница», я поздравляю вас с Новым годом, я желаю вам счастья, любви, я желаю вам здоровья, а самое главное – гармонии, потому что если вы будете в гармонии с собой, то все остальное просто будет прилагаться. Спасибо.